Вот вы видите, друзья, у нас тут побольше строчок. На нем написано PG&E. И там подальше тоже строчок. И тоже на нем написано PG&E. Это такая, ну, она не государственная, но почти государственная организация. Вот называется Pacific Gas and Electric Company. Это организация, которая там всех подключает, раздает там электроэнергию, собирает денежку там и так далее. Вот они прибыли к нам на объект. Значит, я с ними поговорил, и они должны, значит, были промаркировать те линии, которые им принадлежат, с тем, чтобы их не повредить. Вот вы видите, друзья, нашу линию. Это то, что наши там работники здесь обозначили, как они хотят вести трубу канализационную. Значит, в данном случае речь шла не о подключении PG&E, а чтобы не повредить. Вот. И вот они тут какие-то свои флажки понаставили. Один уже упасть успел. Вот этот. Я его сейчас подниму. Вот что-то такое у них там лежит. Мы можем подойти глянуть, что написано на флажке. На флажке написано «Осторожно». Давайте мы сейчас развернем. Значит, вот написано «Осторожно». Значит, тут у нас закопаны какие-то газовые фасилитис, там, ну, можно сказать, трубы в нашем случае. Вот в остальном приходил товарищ, который, значит, цементом заливал, посмотрел, пощупал, сказал, что не высохло еще настолько, чтобы сверху самовыравнивающимся цементиком поливать. Поэтому отложили до завтра, а тот стук, который вы слышите, это на крыше. Продолжаются работы. Вот я забрался в самый дальний угол тут нашего участка, чтобы вот это снимать. Вот там сидит человек, видите, он делает выход. В этом месте труба в туалете, такая черная пластиковая, наверх пошла, вот он там ее обрабатывал. Вот об этой трубе шла речь. Вот он сверху сидит, и прямо вот над вот этим местом такой металлический выход для этой трубы делает.